Михаил, я, конечно, полностью согласен. Во-вторых, я даже вас немножко поправлю. На силовой блок и на военно-промышленный комплекс у нас тратится не треть бюджета, а 37%. Вторая ведущаяся расходов 28% – это закрытие дыр в пенсионном фонде. Ну и очевидно, что в рамках сокращающегося бюджета на ком экономить именно решение сейчас принято не в пользу пенсионеров. Но это немножко о другом говорю. Вот если мы хотим каких-то перемен, то обычно люди должны понимать, как это отразится на них.